Раз, два, три, четыре. Полностью. Занятие по фейсбилдингу, то есть комплексу упражнений для подтяжки мышц лица, собрало много пришедших в Дом дружбы народов девушек. Не просто интересный, а полезный тренинг помог больше узнать о системе похудения в домашних условиях. Это только малая часть того, что было представлено на праздновании Дня матери. Я сегодня делала кусочек мыла. И хотела, конечно, на многие мастер-классы попасть, но, к сожалению, или, может быть, к счастью, мы организаторы. Мы должны организовывать. Организаторы в этом году хорошо постарались. Всего было представлено около полусотни различных мастер-классов и тренингов. В этом заслуга организации «Женщины Нижнекамска». И мастер-классы по рукоделию, мастер-классы красоты и мастер-классы вот именно по реализации. То есть понять вообще, что ты хочешь и как это сделать. Пока мамы стараются изучить что-то новое, дети забавляются в игровой комнате и наслаждаются сладостями. За 6 лет проведения подобных мероприятий у этого празднования уже появились постоянные участники, как среди посетителей, так и тех, кто проводит мастер-классы. Люди отзывались, писали, можно мне поучаствовать, записывались на мастер-классы, поэтому очень сегодня интересное мероприятие у нас прошло. Мероприятие для женщин Нижнекамска прошло на ура, а активных участниц отметили дипломами. Александр Комаров, Фахри Исламов, новости Татарстана.